борились. Интересно, такое место. Кафешка. Прикольно. Тут вот лебеди плавают. Сейчас заказываем. Шашлычка. Пивка. Дети, вы что хотите? А что будет? Я хочу салат Цезарь, если будет. Ну дайте. Шашлыка есть. Шашлыка я на даче нет. Шашлык нам сейчас чуть попозже принесут, а пока что нам принесли салатик и лаваш, и пиво. Порции нормальные. Всем пиво причем. Да, да. Ну что? У нас просто темная среда. За отпуск. Ну точно так же. Две раздельные кровати. Кондиционер. Тимберг. Холодильник, также телевизор, шкаф. Вот такой вот у нас шкафчик интересный, обыкновенный. Сыграем немножко в ревизора. Проверим, вытирает ли там пыль. Вытирает. Отходят розетки. Это же реально очень опасно. Прям вообще прям ай-яй-яй. Вот, ну и конечно же. О, тапочки дают, тапочки. Тапочки. Вот такие тапочки прикольные. Вчера был вечером немножко в ударе. Вот. Поэтому все не заснял. Смотрите, в общем, нам дали чайничек. Вот такой вот чайничек маленький. Вот. Тефалевский. На три кружечки. Вот. Ну, он работает. Вот. Вот даже стекло вот запотело. И самое интересное, что понравилось, вот лежат наборы зубные. Такого нигде не было, ни в Италии, ни в Испании, ни в Египте, ни в Турции, никогда. Ну, здесь вот лежит, значит, зубная щетка, паста, сплат, между прочим. Этот отель мы выбрали чисто для того, чтобы переночевать. 1300 рублей отдал за один номер. Довольно-таки приличный номер, чистый, не вонючий, вот, с хорошим обслуживанием, скажем так, да, с нас хорошо встретили, не грубили, ничего, со стоянкой автомобильной, со своей. Рекомендую. Пытаемся выехать из Ростова после отеля. Направляемся в Абрау-Дюрсо. Камерах на 60. Google, ты что не предупреждаешь о камерах на 60? А что на 60? Разрешенная скорость. Смотрите. Это река Дон? Да. Почему мы вчера такого не видели? Ремонты дорог, ну, они такие там, ерундовые, все равно
Километров 60-80 движения минимум. Что, девочки решили сфотографироваться в подсолнухах? Я тоже хочу в подсолнухах побывать. Короче, осталось 9,5 километров до Абрау-Дюрсо, до нашего пункта назначения номер 2. Да? А, дорога такая серпантинная, очень напоминает Турцию, кстати говоря. А, и Испанию. Горы большие, красивые. Не, Испанию не напоминает. Да, единственное, что не напоминает ни Испанию, ни Турцию, это наличие, сука, КАМАЗов. Вот дороги у нас, оказывается, есть. Но чтобы по ним удобно было ездить, нужно запретить по этим дорогам ездить КАМАЗом. Потому что КАМАЗы ездить не могут, блин, нифига. Когда один КАМАЗ начинает обгонять другой, все, это пробка, короче, все. Вообще, бросай все, вставай на дорогу, плачь, не знаю, что угодно делай. Ладно, это был один КАМАЗ, а тут тучи, миллионы, блин, и ходят парами всегда, по два. Это, наверное, на тот случай, когда один сломался, второй его тащит. Потом починился там, в общем, поменялись местами, другой второго тащит там, вот. Меня понесло. Да. А. Едем дальше. А вот и вау. Вот. Мы таки добрались до Абрау-Дюрсо. Последние 1,5 километра мы на финишной прямой. Почти как... Точнее, это Турция. Озеро похоже на море. Если там еще будет кристальная вода и песочек золотистый, то это будет не хуже этого. Ой, что я делала? Что я сделала? А, надо нажать так, да? То это будет не хуже Испания. Ой. Я еще снимаю. Снимай, снимай. К отелю подъезжаем. Что осталось там? Посмотрим, что тут. Там плохо видно. Это церковь. По обычной вере с парнями встречаются. За озером должен быть отельчик. Там, наверное, к озеру нам не обязательно куда идти. Да. Через 400 метров. Окажется, зла, где он? А, вон можно. Да. Вот, вот, вот здесь вот, ну, купаться, правда. Ух ты. А, не песок, а. Песок? Серьезно? Это камни. Обожаю песок, я ненавижу камни. Я думаю, какой у меня купальник, слитный или раздельный? А, на озеро я буду... Нет, я в этот, в аквапарк одену слитный, а на это я буду раздельный. Чтобы загореть. Чтобы загореть, да. Ой, боже. Придурочный, мэй. У нас главная дорога. А, ну недалеко. Озеро. Похоже. Августин. Августин? Да. А сейчас реально по... Так. Давай узнавай, наверное, сначала, куда заезжать. Давай. Так, ну, отключай пока что, я пойду. В общем, мы только что зашли в наш номер, и мы вау, мы прям вообще вау, мы просто в восторге. Вот здесь вот лесенка на второй этаж. Вот, вот первый этаж, значит.
Вот такой вот диван кожаный. Кожаный. Вот. Тут вот такой вот телевизор 32-дюймовый. Столик. С бокальчиками. Сейчас, Люк. Здесь вот кухонька. На кухоньке, значит, у нас вытяжка. Чайник. Мультиварка. Микроволновка. Вода, ну-ка. Холодная. Горячая. Что есть. Нож керамический. Всякие приборы. Холодильник. Шеваки. Да. А ну-ка, что там? Вот здесь, ну тут это. Вот тут вот есть. Тут есть тарелки, тут рюмочки. Здорово. Так, пойдем посмотрим. Ой, это еще тут есть. А шторы не надо открывать, а то у нас будет видно. Туалет. Ё-моё, смотрите, какой туалет. Ну, давай. Душ. Душ. Какой красивый, качественный. А, вот еще батарея. Батарея горячая, да? Да. Ну, теплый. Он высокий такой. Душ с этой штукой, с тропическим. Да, у нас на даче такое. Да, да, да. Ой, батарейка, а вот фушка. Шкаф. Шкафу, что у нас есть в шкафу? А, это, короче. Вешалки. О. Чтобы пахло ты потом фен тоже. Фен. Фен Polaris. Фен есть, Ален. Я уже сказала. Кто-то сигарету забыл? Нет, это чтобы пахло. Прикольно. Пойдем на второй этаж. Ух ты. Одна отдельная кровать. Тумбочка. И для папы с мамой. Дети, как вам номер? А Wi-Fi, да. Wi-Fi, сейчас я уточню, значит, Wi-Fi. В общем, скажу так, это самый крутой номер, какой у нас вообще когда-либо был. Крутяк. Мне вот. Кровать не хватает, это да. Вот кто-нибудь будет спать вот на том вот. Конечно же, классном Аня. Диванчике. Да, я боюсь. Мы переоделись и идем к... Куда идем? К озеру, к озеру. Прогуляем сейчас к озеру, посмотрим, где тут, что тут. Можно? Купим что-нибудь попить. После озера сядем где-нибудь поесть. О. Ну чем не Турция-то? А? Я беру свои слова обратно. Все те, кто знает, что я говорил, что наш отдых совсем не турецкий. Ни хрена. Наш местами даже лучше. За нами увязался Бобик. 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 Тебя как зовут? Бобик или Тузик? В общем, рядом с отелем у нас тут есть вот такое вот поле. Картинг, багги.